Заводской брейн-ринг в старом формате становится уже не актуален. В моде новая игра «Что, где, когда». В Совете по работе с молодежью Северского трубного завода решили сделать принципиально новый формат интеллектуальной игры. Разнообразили темы и пригласили к участию новые команды. В этом году пробуем этот формат. Посмотрим, как он пройдет для взрослых, то есть насколько у нас интеллектуально развиты. Взрослая лига – это вот как раз работающая молодежь, это команды Северского трубного завода, плюс коммунальная компания, криолитовый завод у нас сегодня, команда сборной учителей и полевской технический сервис. Несмотря на веселый настрой перед игрой, шуточные реплики между игроками и ведущим, у команд готовность номер один к любым вопросам. Я думаю, что здесь будут общие вопросы, и нужно полагаться только на свою эрудицию, никак не подготовиться. Времени на раздумье мало, всего минута. Вариантов ответа нет, зато вопросы попадаются с явной подсказкой. В статье Википедии о ней упоминаются такие понятия, как глобализация и теория шести рукопожатий. Многие из вас пользуются какой-либо ею, а о создателе одной из них в 2010 году был даже снят фильм «Назовите ее двумя словами», начинающимся на одну и ту же букву. Ответ – социальная сеть. Многие команды отгадали сразу, ведь эта тема очень близка для молодежи, которой в игре большинство. Яркий пример активистов – команда Т1 «Трубные боги». Название яркое и настрой, как всегда, боевой. Наша команда разбирается во всех вопросах понемножку. Ну, самое любимое – это у нас Северский трубный завод, так как мы на нем работаем. Любим и чтим его историю. Ну, общие вопросы, конечно, будут потруднее, потому что это из школьного курса. Надо вспомнить. А в школе были мы давно. Вопрос, касающийся Северского трубного завода, появился в самый разгар игры. Организаторы сформулировали его таким образом, чтобы можно было посмотреть, насколько команды внимательны не только к истории завода, но и города. Василий Никитович Татищев утвердил заводское клеймо, которое должны были ставить на продукции. Вопрос, на чем теперь каждый житель Полевского может видеть это клеймо? Аплодисменты символизируют правильность ответа. Этот символ можно видеть на гербе города Полевского. Пожалуйста, все видите. Всего организаторы планировали провести 3 лиги «Что, где, когда». Прошло уже 2. Одна среди учащихся 7-9 классов и вторая среди работающей молодежи. 6 декабря состоится игра между студентами профессиональных училищ и старшеклассниками. Уже сейчас можно смело говорить о том, что игра «Что, где, когда» охватила порядка 500 полевчан. И это только начало. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости нашего города.